Давайте представим посетителей нашего дома отдыха. С большим удовольствием. Начнем с этой палаты. Девушка-цунами, которая советует всем нам выбирать чудо. Певица Нюша. Человек, который любезно предоставил нам все эти диваны, поэтому он здесь. Главный бородач России Михаил Галустян. Браво! Он и бабушка, и самый сексуальный человек на планете. Главное приглядеться, кто сейчас перед вами. Актер, певец Александр Ревва. Ну и капитан этой замечательной команды сегодня выступает Егор Литвинов. Инженер из Москвы, который почему-то себя считает петербуржцем. Здравствуйте, Егор. Скажите, почему такое несоответствие? Чем вам не угодила Москва? Вы знаете, за все несоответствия в нашей команде отвечает Миша Галустян. Вы знаете, стрелочник вы, Егор. Я вообще впервые вот слышу, чтобы человек говорит без микрофона, а слышут все прям вообще в аудитории. Как? Это подмосковный вечер. Это чудо! Московский инженер из Петербурга. Егор, скажите, пожалуйста, какие песни ваши самые любимые? Нюши, Реввы или Миши Галустяна? Конечно же, Миши Галустяна. Спасибо. Напойте, пожалуйста, одну. Самую популярную песню. Напойте, пожалуйста. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Я ж проиграл в нарды эту песню. Да. Когда передавали за проезд. Аплодисменты команде Егора! Теперь давайте знакомиться с соседней палатой, с соседним диваном. Вокруг нас лес, много елок, но самое красивое у нас певица Елка! Добрый вечер, Лиза! Добро пожаловать! Нам в санаторий. Я уже тут, да. Спасибо, ребята. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Ребята, вы должны сегодня болеть за нашу команду. Пожалуйста. Самый популярный человек в Белоруссии, сами знаете после кого. Достояние республики, телеведущий Дмитрий Шапеле. Одним из приоритетов нашей программы является то, что мы в ущерб телевизионному рейтингу, да, в ущерб популярности, да, всегда даем возможность проявить себя молодым, подающим надежды талантам. Поэтому мы пригласили молодого, перспективного телеведущего Ивана Урганта. Спасибо. Иван Ургант! Вань, удачи, удачи. Ванечка, все, что могли, мы от себя сделали. Дальше все в ваших руках. Можете как-то заявить о себе. Вас так и запомнят. Давно меня никто не называл Ванечка и на вы. Спасибо. Спасибо, Иван Ургант. Спасибо. Так мы его и запомним. Первое появление. Руководить этой командой будет девушка с красивым именем Лейла. Лейла Гамзаева. Ваши аплодисменты. Добро пожаловать к нам. Лейла, мы знаем из анкеты, что вы хотели стать стилистом. Но почему-то не стали. Что произошло? Что случилось? Маленькая была, бизнес хотела открыть, прогорел. Что за бизнес? Свой салон, большой, красивый, куда будут ходить все селебрити. Где он должен был? Ну, сейчас я открою чисто после. Сейчас самое время как раз, да, раздать визитки. Время для бизнеса пришло. Да, оно настало. Мы желаем вам всем удачи, выиграйте сегодня все, хотя мы знаем, что выиграет только один. У нас есть две команды, 8 игроков и наш главный приз – 500 000 рублей. Начинаем играть. Первая игра называется «Катаматограф». Или, как я ее называю, «Синий мяу». Катаматограф или «Синий мяу». Ого, yeah. В этом конкурсе играют по одному участнику от каждой команды. На экране будут показаны фрагменты из фильмов, где герои вместо их голов вставлены кошачьи. Отечественных фильмов. Задача игроков – отгадать, что это за фильм. После правильных ответов пары меняются. Могу я на секунду вас прервать? Я хотел бы поднять этот бокал за, прежде всего, успех сегодняшней игры. И, ребят, неважно, кто из нас на каком диване, все равно... Это взятка? Нет, ребят, неважно, кто на каком диване, все равно это веселая игра. Это все равно веселый, хороший, интересный вечер. До дна, Иван. Одно условие маленькое. Смотрите, странный вкус вашего поражения. Как интересно. Обалдеть. Попробуй плесни мне это в лицо, и ты узнаешь, что такое когти мужчины. Это очень дорого, я себе плесну. Прекрасно. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Для примера мы взяли такой стоп-кадр. Внимание на экран. Появляется кадр. Так это было. Есть варианты? Есть! Есть. Ёлки! Да, Егор. Ёлки. Извините, извините. Автор названия. Ёлки. Да, это ёлки. Начнем с капитанов команд. Прошу, выходите к нам. Лейла, давай!
подведи нас. Лейла, не подведи. Жми. Первый фрагмент. Первый. Да. Да, Егор. Команда не подсказывает. Внимание. Это Шерлок Холмс. Да. Правильно. Игроки меняются. Прошу вас, Дмитрий, меняйтесь. Нюша, Дмитрий. Вы следующие. Но это не на время сейчас или нет? Нет, это не на время, но мы уже проигрываем. Да перестань ты! Это не на время. Внимание на экран, следующий фрагмент. Дима, давай. Молодец. Да, Дмитрий? Ну! Дима! Ну! Ну, Дима! Рука. Браво, правильно! Правильно! Дима, молодец! Видите, как все легко и просто, да? Лиза Михаил. Какая рука была? Бриллиантовая. Того, чего у тебя никогда не будет. Вот это да. Из елки только что вышел дьявол. Мы готовы. Готовы? Да, Михаил. Да, Миш. Собачье сердце. Собачье сердце. А правильно. Извините. Иван. Александр. Александр. Иван. Хочется посмотреть на эту дуэль. Рви трусы, Саня. Рви рубаху, Саша. Иван, вы были первым. Да он не знает этот фильм, он просто нажал. Кто? Одну секунду. Ви. Неправильно. Успели. Нет. Он успел. Давайте посмотрим. Да! Это коррупция. Просто прости меня. Я не хотел тебя обидеть. Капитаны, прошу вас. Напомним, что у вас 5 секунд на ответ после нажатия кнопки. Да. Егор. Ваш тихо, ответ? Тихо. Я не знаю, почему. Это стиляги. Давайте посмотрим. А, это правильно. Все верно. Команда. Нюша, да, Дмитрий. Да. Я готов. Следующий фрагмент. Нюша. Что за фигура? Операция «Ы». Нет. Нет, Дмитрий, ваша... Это особенности национальной. А вот тут вот непонятно. Дима. Особенности. Дим. Охоты. Или охоты. Да, правильный ответ. И рыбалки, и охоты. Это правильный ответ. Михаил. Лови. Лиза. Дима, молодец. Миша, Дима, ну поддайся мне, Мишенька. Вот ну поддайся мне, пожалуйста, если Миша. Если команда не против, я поддамся. Но команда против. Против. Да не против. Не против. Внимание на экран. Миш, мы против. Не отдавайся, пожалуйста. Да. Михаил. А, я нажал. Господи, боже. Это квартет и... Нет ответа, Лиза. Это... Ну, Миша подсказал, подсказал уже. Миша подсказал. Да, 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 да. О чем говорят мужчины? Да. Да. О чем говорят мужчины? О чем говорят мужчины? Время вышло, Миш. Я же хотел сказать название фильма. Время вышло, нужно было быстрее это делать. Вышло время. Торопись. Последняя дуэль в этом раунде. Иван против Александра. Давай, Саня. Александр, у нас впервые такой, вы нажали раньше, чем появилась нормально, картинка. Нормально. Он, помните, Ви сказал? 5 секунд. Так, это кошка с тротилом. Нет. Белая пустыня. Белое солнце. Солнце. Белое солнце пустыни. Считай. Да. Белая кошка с тротилом. Новый фильм скоро в кинотеатрах. Белая кошка с тротилом. Смотрите. Прекрасная игра. Прекрасное начало. Команды продемонстрировали одинаковую тягу к победе. В этом раунде ничья. 4-4. Наша следующая игра называется «Веселый сапер». Или как я ее называю, «Ща как побахнет». Веселый сапер. Правила игры «Веселый сапер». Участники выходят сюда по одному. В этой мишуре находят вот такие вот карточки с заданиями из определенной категории. Ваша задача открыть карточку,
быстренько посмотреть, что за слово, объяснить его своей команде. Как только команда угадала, он выкидывает эту карточку и чашу передвигает своему сопернику. Проигрывает тот, на чьей стороне чаша взрывается. После каждого взрыва участники меняются. Игра продолжается до следующего взрыва. За каждое угаданное слово команда получает 1 балл. И ну еще ладно. Один момент. Мы не знаем, когда она взрывается. Там стоит таймер в произвольном порядке. Капитаны сами решили действовать первыми. Мы просим... А нам-то зачем? Надеть очки для безопасности. Да. Потому что у нас конфетти очень острые, может... впиться в мочку уха. Какие вы хорошенькие. Итак, мы начинаем. Первая категория называется путешествие. Выбирайте. Путешествие? Да. Путешествие. Итак, начинаем. Это когда в Сочи ты с кем-то мутишь, в общем, с девушкой. Это что такое? Знакомство. Нет, это вот это продолжающееся на протяжении всего... Роман. Да, какой роман? Роман. Курортный. Да. Курортный. Давай, живей, живей! Налево. Не забываем выбрасывать карточки. А когда мы едем в Турцию, там обычно... шведский стол. Жарко. Все включено, все включено. Молодец. А мы привозим, мы из той же Турции, что вот в подарок? Сувенир. Да. Да мы не ездим уже в Турцию давно. Когда я еду в Италию, я получаю... визу. Да. Браво, отлично. Передвигайте. А когда ты регистрируешься на вот стойке, это что такое? Это регистрация. Да. Правильно. В Турции обычно кто развлекает людей? Аниматоры. Ну, все, пока. Быстрее. Да, да, это случилось, это случилось. Красота-то какая. Что такое? Нервишки подшаливают? Дмитрий, прошу вас, выходите сюда к нам. Давайте громче, громче поддержим. Вы сейчас будете отгадывать слова из категории театр. Поехали. Так. Актеру необходимо для того, чтобы сыграть сцену. Нет, он берет в руку дополнительный предмет, который называется... Молодец. Выкидываем, да. Ребята, это был енот. Когда наступает занавес. Нет, антракт. Идут все скушать что-нибудь вкусное. Буфет. Да. Правильно. Занавес. Себе двигай. Тихо, тихо, аккуратно. Баба! Одежду сдают в... Гардероб. Быстро. Да. Так. Прячутся артисты, уходят... За кулисы. Да. Правильно. Ну, Дима. Так, актеры приходят до выступления на... Гримерку. Чтобы сыграть сцену заранее. Что они делают? Репетиция. Не надо. Быстрее. Так, перед тем, как спектакль, на улице висят большие... Афиши. Товарищи отдыхающие, как вам наша процедура? Я не пойду никуда. Мам, можно мне клизму, пожалуйста? Я вас очень прошу. Третья пара пока больше всего трусит. Михаил, Лиза, ждем вас. Я никуда не пойду, правда, ребятушки. Спасибо, ребят, спасибо. Я легкого. Спасибо. Я выиграл. Ладно, я тебе поддамся. Категория фитнес. Фитнес. Можно, да? Поехали? Да, поехали. Лиза, не волнуйся. Я кручу Колоку. Такую педали. Отлично. Миша, молодец, не спеши. Он не понял правила. На ноги надевают и бегают. Кроссовки. Правильно. Безэмоциональный. Михаил. Жрать для мышц. Жрать пить для мышц. Протеин. Да. Почему жрать? Ответь мне на это. Я накачал свой... Бицепс. Правильно. Тихо. Так, я по ней бегу. Беговая дорожка. Машиночка, не спеши. Мы победим.
У меня большое отложение жира. Жир. Лиза, давай. Поехали. Ой, поехали. Лиза, а теперь то же самое. Белый тренажер. Правильно. Ой, хороший. Миша. Миш, до свидания. А там нет ничего. Да. А, вот есть, ладно. Видит Бог. Это сдохнуть можно. Ребята. Иван. Александр, прошу. Да. Удачи. Процедурную. Одну секунду. Взорвалась на той стороне, поэтому начнем с вас, Александр. Категория «Любовь». Специально для Александра Ревы. Моя любимая. Раз, два, три. А, любовь. Да что я несу? Я не шучу. Когда мужчина женщину любит. Другому мужчине. Что? Измена. А время идет. Ушел мужчина к другой женщине. Сидит. Нет, и она что делает у окна, и у нее ее обуревает. Ее нет, она прямо... Нет, у нее такая, она у нее лицо такое. Она сидит, смотрит. Нет, никакой истерики. Она с такой... Черная. Да вы... Подождите. Стойте. Все, где они все это делают? Где? Нет, комната. У меня большое, доброе сердце. Да нет же, нет. Нет. Они делают друг друга. Смотри. Саня, тупо обратно. Смотри, Санек, смотри, ты летишь. Смотри, подожди. Смотри, Алексей, летишь. Проверяйте, у Александра он может. Я обожаю то, что... Отлично мы сделали это, ребята. А где это слово? Я хочу на память его, можно? Это был секс, ребята. Это был секс. Аплодисменты командам! Егора команде! Команде Лейли! И подведем итоги этого раунда. В этом раунде команда Егора зарабатывает 3 балла! А команда... Вау! Лейли 9 баллов! Общий счет после 2 раундов. Команда Егора 7 баллов. Команда Лейлы 13 баллов. И следующая игра называется «Спина в спине». Весло. Что-то... Труба. Виолончель. Не надо ля-ля. Гав-гав-гав-гав-гав. И этот человек ведет состояние республики. На лбу написано. У тебя очень маленькая. Ой, тихо. Цунами по-другому. А, это цунами что? По-другому. Такое... Кошмар. Можно играть на щелбаны, можно играть на раздевание. Мы играем на деньги. Команда Егора Литвинова, петербуржца из Москвы, сражается против команды несостоявшегося стилиста Лейлы Гамзаевой. Шоу «Подмосковные вечера». И главный приз сегодня 500 тысяч рублей. Я сейчас хочу обратиться к команде Егора. Очень слаженная команда, очень мне нравится. Особенно мне нравится пара Михаил и Александр. Ребята, спасибо. Такое ощущение, что вы очень давно знакомы. Вам бы вот концерты вместе давать, честно. Спасибо большое. Кстати, правильно, вы попали. Мы скоро будем давать концерт. Расскажите поподробнее, Александр. Да, ты не знаешь об этом? Нет, ты продал билеты уже. Да, друзья, 1 апреля приглашаю всех. Все не влезут, но 7 тысяч человек влезут. Где, когда, во сколько, Александр? Крокус Сити Холл, 1 апреля, наш концерт. Только вы вдвоем принимаете участие с Михаилом? Нет, еще будет Джим Керри и Брэд Питт. Надо еще позвонить, договориться. 1 апреля! Александр Рева, Михаил Галустян, Крокус Сити Холл, 20:00, приходите. Ой. Продолжаем играть, и следующая игра называется «Спина к спине». Или как я ее называю, «Прижмись ко мне, соперник». У
Условия игры «Спина к спине» просты. Играют сразу обе команды. На диванах остаются капитаны. Участникам связываются руки. Они выходят сюда, становятся в шеренгу. Задача игроков – объяснить капитанам слова, которые я им покажу. Если ни один из капитанов не сумел угадать слово в течение 20 секунд, вы услышите такой сигнал. И оба участника возвращаются в очередь. И мы показываем новой паре новое слово. За каждый правильный ответ команда получает 2 балла. Команды, прошу, выходите. Капитаны, оставайтесь возле диванов. Первый раунд. Категория «Слова на букву В». Поехали. Бедро. Волк. Перетянула, кидаешься. Вверх. Что? Вытянул. Квадратная. Что это? Мешок. Вобла, что ты? Кто ты? Виселица. Вилка. Что это? Подвесил. Вверх. Вешалка. Весло. Волосы. Волосы, откроем. Веник. Велосипед. Они не знают, что это. Виктор, 21 век. 10 секунд осталось. Что такое? Это веретено. Браво. Вилка. Мы выиграли. О, быстрее. Весы. Молодцы, отлично. Вода. Виски, водка. Вино. Что Что-то... Труба. Труб какой-то. Виолончель. Веретено. 10 секунд. В этот... Бабузела. Это... Выдула. Волынка. Нет, время вышло, не успели. Последнее слово, к сожалению, не успели показать, но это было весело. Это был только первый раунд. Перевязываем руки за спину. Руки за спиной, слова. Категория слов. Готовы? Да, категория. Категория слова на букву П. Пришибла. Подушка. Подушка. Прыжок. Пение. Песня. Поешь. Это что, карман? Внутренний карман. Прыжок. Это что-то крутишься, вертишься. Прыжки. Вверх. Перепрыгнуть. Вы вылетаешь. Вниз. Парашют. Да. Быстрее. Пеликан. Да. Что такое? Плойка. Пиджак. Руками нельзя, Иван. Парик. Мне следующий. Пальба. Пистолет. Звуки нельзя использовать. Без звуков. Пистолет. Это пуля. Пуля. Пловец. Все, паника. Пенсионер. Петух. Поезд! Да! Копыта! Подкова! Поцелуй! Вау! Пляска! Что это? Все! Ну как он пеликана отгадал, я не понимаю. Самый лучший мужчина. Пеликан! Давайте подведем итог этой замечательной игры. Команда Лейлы в этом раунде набирает 18 баллов. 18. И команда Егор набирает 26 баллов. Так, общий счет. Команда Лейлы 31 балл. Команда! И команда Егора набирает 33 балла.
Подмосковные вечера продолжаются, это значит, продолжаются игровые процедуры в нашем санатории. В этой уютной гостиной собралась шумная, веселая компания друзей. А какая веселая компания не любит петь? Да все любят петь, правда? Так да. Давайте и мы займемся этим. Наш следующий конкурс называется «Не надо ля-ля». Или, как я его называю, «Дурное смешное пение». Задача команды в этом конкурсе – отгадать песню, которую напевает капитан с помощью определенного звука. Какого мы скажем. Отгадавший сам выходит на место капитана и показывает песню своим сокомандникам этим же звуком. Один звук на всю команду. На все про все дается 90 секунд. Каждый правильный ответ – 2 балла. Можно пасовать. Кто начнет? Вы для начала можете делегировать кого-то, да? Тогда к нам первая назначается наша лесная нимфа Ёлка. Ёлка! Кстати, хороший выбор, правильно? Друзья, я в жанре дурное пение уже не первый альбом записываю. Итак, вот у нас есть звуки. Кря, хрю. А можно выбирать? Гав, нет, буль, я просто произношу. Пых, есть звук, есть мяу. Понь. Понь. Ква. Очень много звуков. Лиза, выбирай. Пых! Неплохой звук. Нормально. Как это судьбоносно. Это не просто. Да попробуйте, порепетируйте. Пых-пых-пых. Как вы будете петь? Пых-пых-пых-пых-пых-пых. Потому что вы будете меняться, поэтому потренируйтесь. Да. Белогривый лошадь. А вот сейчас попробуем. Я готова. Команда готова? Команда. Да, давай. Напомню, кто отгадал, выбегает на место Лизы и показывает песню. 90 секунд. Пых-пых-пых. Время пошло. Пых-п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 ых. Я тебя знаю, ты не такая. Давай. Отлично. Я не знаю эту песню, следующую. Я не знаю эту стену. Да как так-то, Дмитрий? Пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых. Без тебя. Да-да-да-да-да. Следующую песню. Да нет, тут подражать. Обогряй океаны. Прощай. Для тебя. Михайлов это был, для тебя. Я везде слышу эту песню. Все. Пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых-пых. Зачем я сказал? Боже. Что это? Время идет, 40 секунд, Дмитрий. Пых-пых-пых-пых-пых. И этот человек, и он ведет достояние республики. Коленка вырывается наружу. Тихо. Пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых. Колечко. 10 секунд, быстрее. Пых-пых-пых-пых-пых-пых. Следующий. Пых-п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 ых
Спасибо. Время вышло. Очень была похожая песня, мы напевали очень похожую, которая «Иногда, пых-пых, пых-пых». Да, это «Иногда» была песня. Я ведь еще показывал свитер Алсу. Кто должен был? Ты не надо, пока ты в нем пришел. Конечно же, свитер Алсу. Это свитер Алсу. Нашумевший, легендарный свитер Алсу. Команда отгадала три песни, получает 6 баллов. Нормально. 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 Егор, выбирайте, кто нормально пойдет от вас. Все лузеры так говорят. Начинает Нюша. Шеф, все готово. Правильный выбор. Нюша. Неожиданно. А вот теперь смотри. Нюша, а звуки те же. Выбирайте звук. Пых, бр, зям. Вау. Показывай, Нюша. Показывай. Гав. Да. Гав. Команда, попробуйте. Гав, 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 гав. Александр, попробуйте на всякий попробуйте. Пожарный. Гав, гав, гав. Гав. У меня не получается. Давайте дальше. 90 секунд начинается. Поехали. Гав, 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 гав. Нет. Такси. Да! Да! Давай, Саня! Поехали! У меня абсолютный слух. Так, ага. Гав, 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 гав. Гав-г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 ав
Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Все, взломился до слез. Браво. 50 секунд. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Я знаю, точно невозможно.
Они что, репетировали как-то, я не понимаю? Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Маленькая девочка! Маленькая девочка! Леточка в косе! Он узнает юбочку! Егор, выходите к нам! Маленькая юбочка! Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! Все, гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! Получше! Да-да-да-да-да! Родная! Вы, кстати, была я! Гав-гав-гав-гав-гав! Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! Стоп, ночь, подожди! Гав-гав! Гав-гав-гав! Вагутина! Гав-гав-гав-гав! Оле! Да, за правильно! 5 секунд осталось! 5 секунд! Браво! Это было неплохо! Давайте подведем итог этой игры. К сожалению, это было хорошо. Команда Лейлы в этом раунде набрала 6 баллов, как мы и говорили. А команда Егора 16 баллов. Общий счет после всех конкурсов. Команда Лейлы набрала 37 баллов. И команда Егора 49 баллов. Это подмосковные вечера. Домашние игры, в которых сражаются две звездные команды, ведомые славными капитанами из народа. Егором Литвиновым и Лейлой Гамзаевой. На очереди решающий конкурс, который решит этот игровой спор. Он называется «На лбу написано». Или, как я называю, «Надбровная надпись». «На лбу написано». В игре «На лбу написано» участвует вся команда. Участникам надеваются специальные очки, которые вы уже видите, на которых сверху написано слово из заданной категории, какой мы скажем чуть позже. Трое участников выстраиваются в шеренгу перед четвертым, друг за другом. Задача четвертого игрока – объяснить напарнику, сокоманднику, стоящему перед ним, слово, которое написано у него на лбу. Как только прозвучал верный ответ, четвертый участник, который загадывал, бежит в конец очереди, а тот, кто отгадал, кто он, встает теперь на место загадывающего и объясняет следующему по очереди, что у него написано на лбу. Блестяще. При объяснении нельзя использовать однокоренные слова. Каждой команде дается 90 секунд. За каждый правильный ответ вы можете получить в этом раунде 5 баллов. 5 баллов. Сейчас может все поменяться. Начнем мы с команды Егора, так как она выигрывает. Прошу, Егор, кто будет начинать? Мы начинаем по порядку с Александра Рева. Александр, итак, Александр, вы остаетесь там. Да, Александр, отворачивайтесь, не поворачивайтесь. У вас все слова из категории «Природа». Тема «Природа», 90 секунд. Начались. Я должен отгадывать. Я отгадываю. Это большое голубое... В каком... Озеро. Да. Сахара, это пустыня. Что? Правильно. Со скалы падает, бурлит, бурлит, это... Волна. Бурлит, со скалы огромный. Оползень. Падает водопад, однокоренное волна. Слово, далее. Сливаемся. Падает водопад, однокоренное слово. Смотри, это когда уходит солнце. Что это? Это затмение. Не, уходит за горизонт. За закат. Да. Ниже, дальше. Ветер, пустыня, вьюга, тайфун. Зимой. Зимой, вьюга. Еще. Ну вот когда вот это вот. Тайфун, что? Да как нет. Была большая. Бурга. Метель, метель. Солнечный. Зайчик. Нет, нет, мы загораем на... Мы лежим, песочный. Песок, пляж. Да, пляж, правильно. 25 секунд осталось. Утренняя звезда, утренняя рассвет. Утренняя. Роса. Да. 20 секунд, 19. Быстрее. Смотри, это когда вот прям море бурлит. Так, океан. Цунами по-другому. Цунами что? По-другому. Такое. Кошмар. Нет, это разрывается, когда говорят, на море качка, что смерть. Это? Смерч. Еще. Цунами. Время вышло. Время вышло. Это был шторм. Шторм, Александр. Ну, Михаил. Лейла, ваша команда готова? Да, мы готовы 20 раз. Да. Давайте приступим. Да, мы готовим 40 тысяч раз. Мы готовы 3 миллиарда раз. Все так говорили перед кризисом.
Иван, вы мне сейчас... Так, не поворачивайтесь, Иван, не поворачивайтесь. Вы мне сейчас будете объяснять, да? Уже появились слова. Дорогая Елизавета, я помню все. Вам достается, внимание, внимание, команда Лейлы, вам достается категория «Офис». 90 секунд, начинается. Руководитель в офисе, как зовут? Босс, шеф, директор. Ну да, строгий. Строгий босс, шеф, директор. Хорошо, милиционер. Начальник. Копировальная машина. Ксерокс, принтер. Нет, отправите, еще его можно, да. Так, этим делают дырки, делают так. Все директора собираются, очень долго разговаривать. Совещание. Да. 60 секунд. Папка с в офисе. Документы, бумаги, отлично. Давай. Мы все большой дружный. Командой. Еще. Компанией. Нет, мы с тобой один большой дружный. Коллектив. Да. Тихо. Когда на Новый год мы все вместе встретимся, напьемся, и все это будет. У тебя очень маленькая. Тихо. Очень маленькая зарплата. Есть. Откуда она знает? Все, перерыв на... Обед. Ну, конечно. То же самое, только копировальная машина. Станок. Печатает. Станок. Нет, печатает с картриджами. Принтер. Вот. Так, если между мной и тобой мы вместе работаем, это... Перекур, любовь. Нет, есть такой фильм. Роман. Вместе... Да? Роман, это такой... Ну? Мы вместе работаем. Это... Рабочий роман. Ну, по-другому. Скажи это по-другому. Фильм, советский фильм. Не подсказывать. Четыре. Не подсказывать. Еще в театре это делают. Отца. Время вышло. Служебный роман был. Нормально. Рабочий роман. Рабочий роман. Роман рабочий. Служебный роман. Служебный роман. Роман. Все равно здорово. Итог раунда. Команда Егора набирает 30 баллов. Команда Лейлы. Тихо. 50 баллов. На финале. На финале. Общий счет. Общий счет. Ну как? Общий счет. Все. Подождите. Команда Егора за всю игру набрала 79 баллов. Да. Команда Лейлы 87 баллов. Последний раунд действительно решает все. Совершенно очевидно, что супер игру мы будем играть с командой Лейлы. Ну а с Егором... Ну, Егор не проиграл. Давайте так, в нашей больничке, в нашем санатории нет проигравших. Есть только повеселившиеся. Егор, выходите к нам сюда. Давайте поаплодируем. Несколько слов вашей команде. Я люблю вас, вы лучшие, вы супер крутые. Будете играть в эти игры на работе, дома, в Питере, в Москве? Конечно, прям завтра. Ну а сейчас мы приглашаем вас в наш бар, где наш бармен Где вы Эрик. Забудете обо всем, что сказали, пожалуйста. Где вы забудете вообще обо всем. Проходите, можете просить у нашего бармена Эрика все, что захотите. Лейла, ну а вас мы приглашаем сюда на правах капитана-победителя. Сейчас впереди вас ждет супер игра, в которой вы будете сражаться за 500 тысяч. По правилам нашей игры, за 500 тысяч вы можете сражаться с напарником. И напарника вы можете выбрать из любых людей, сидящих здесь на диванах. Выбираю. Даже можно оператор. Только на диванах. Итак. Конечно же. Я выбираю самого лучшего. Точнее, я выбираю участника самой лучшей команды. Простите, ребята. Ваня. Спасибо. Иван Ургант. Очень скоро капитан Лейла и Иван Ургант будут пытаться выиграть 500 тысяч рублей все, в нашей супер-игре. Я все понял, они спят вместе, я понял. Это подмосковные вечера, и мы готовы играть с Лейлой Гамзаевой и Иваном Ургантом в супер-игру. Или как я ее называю, супер-игру! Спасибо. У вас будет 90 секунд на то, чтобы отгадать 10 имен знаменитостей. Угу. Если у вас все получится, вы получите 500 тысяч. Если же нет, то за каждый правильный ответ вы получаете по 20 тысяч рублей.
Нормально. Но это тоже нормально. Нормально. Лейла заберет часть выигрыша себе, а Иван собирается передать выигранную сумму на благотворительность. Да. Иван. Я бы хотел, если, если мы что-то выиграем, я бы хотел эти деньги перевести на счет Центра лечебной педагогики, который помогает детям, особенным детям. Вот так. Прекрасно. Мы готовы начать суперигру. Иван, прошу занять ваше исходное место. Напротив Лейлы. На экране будут появляться имена. Лейла их не будет видеть. Ваша задача за 90 секунд попытаться объяснить 10 имен. Если готовы, время начинается. А, мои мысли, мои скакуны. Олег Газманов. Газманов. Поет про лабутаны группа Санкт-Петербург. Серега, Шнур. Шнур. Сергей Шнуров. А, мы начинаем. КВН, ведущий. Не знаю дальше. Дальше. Следующий. Как это? Моя бабушка курит трубку. Лидер бригады С. Ну. Дальше, не знаю. Хорошо. Веселенькая в голосе была в жюри в первом составе. Народные песни поет. Сам не знает. Нет, она. Она. Дальше, мы дальше. 45 секунд. Тихо. Лидер группы «Сплин». Это люди. Мы не знали друг друга до этого. А, нет, это который модный приговор, господи. Класс. Модный приговор, кто ведет? Я не в очках. Историк моды. Историк моды. Другой, который его сместил. Дальше. Дальше. Так, спокойно, спокойно. Ну, давай поженимся, кто ведет. Вы должны знать Лейла. Лейла. Ну. Гузеева, Лариса Гузеева. Молодец, отлично, дальше. Жена Тарзана. Наталья Королева. Наташа Королева. Да, отлично, да. Зовут также меня. Он певец. Время вышло. К сожалению, время вышло. И Лейла дала правильных ответов. Четыре ответа. Четыре ответа это 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей! 80 тысяч рублей! Нормально, Лейла, хорошо. Хорошо. Нормально, хорошо, нормально. Нормально. Давайте поддержим аплодисментами это Лейлу. Нормально. Это нормально. Это Лейла, браво. 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 Играть в компании друзей – это весело. Собирайтесь чаще с друзьями и отдыхайте правильно. Слушайте, Лейла, я вдруг понял. 80 тысяч рублей. Вам нужно в машину времени, 86-й год, и открывайте салон. Точно. Это были подмосковные вечера. Пока. Пока.